Tomb Raider Legends авторы, как известно, возвращаются к истокам серии. Перед вами кадры с африканского уровня игры. Геймплей, как видите, очень напоминает оригинал, с поправкой на прошедшее время и развитие жанра. Авторы внимательно изучили идеи конкурентов, как, например, детальный облет новой территории из «Принцев Персия». Как уже отмечалось, экшена в игре станет больше, что, вероятно, к лучшему. Лара научилась стрелять из различных положений, из различных стволов, включая крупнокалиберные. Налицо присутствие в игре реалистичной физики. Как уже отмечалось, многие головоломки будут сделаны с ее использованием. Впрочем, теперь далеко не все действия будут очевидны. Честно говоря, до такого вот фокуса мы сразу бы и не додумались. Стоит отметить отменную анимацию всех движений Лары. Очень естественно. А здесь почему-то снова хочется вспомнить «Принцев Персия», хотя, конечно, для Tomb Raider подобные фишки не в новинку. Шотган, конечно, смотрится не так сексуально, как 2 Desert Eagle, но зато эффективно. В целом, Tomb Raider, как и прежде, полон акробатики. Пропитан атмосферой приключений и выглядит вполне неплохо. О том, что новый Tomb Raider не будет халтурой, говорит еще тот факт, что новые владельцы Eidos перенесли его релиз на начало 2006 года, именно с целью выпустить максимально качественную игру. Жаль лишь, что разработчики не взяли в прицел платформы нового поколения. Впрочем, надо думать, за этим дело не станет.